Здравствуйте, друзья! Я напоминаю, что вот эта стеночка, на которую мы сейчас смотрим, здесь будут стоять шкафчики, там зеркала, умывальники. И вот уже начали собирать все это хозяйство, вот вы видите. Вот эти, Светик, это айкеевские, да? Да, красиво. Из Айкеи, красиво. Я помню время, ну лет 20 назад, когда в Айкеи было страшно смотреть на то, что они продавали. Сейчас они стали очень популярными. У них дизайн все улучшается, и выбор больше стал, очень хорошо. Да. Особенно вот кухонная мебель, правда? Такой, кухонная, встроенные, да, шкафы. Так, что у нас еще собрано? Свет, объясни, пожалуйста, вот такую вещь. Скажи, уже вон баструм почти запасной, красиво. Давай посмотрим, где у нас баструм. Объясни, Свет, такую вещь. Вот они собирают сейчас шкафы, а пола еще нет. А эти шкафы будут подвесные? Эти подвесные, а вот те шкафы... Ой! Они будут переносить. То есть они будут передвигать и класть пол, и все это туда-сюда воротить. Вот вчера он меня позвал, чтобы решить, как делать пол. И он положил пол... Ну, вот эти плиточки, они нарезаны 6 на 6 инчей. Так. И он вчера их разложил не так вот по диагонали, а просто ровненько. И это вид был ужасный. Я сказала, ни в коем случае так делать нельзя. Ну. Надо делать по диагонали. Мало того, их друг относительно друга, и вот их направляющие повернуть. Ага. Совершенно друг другой вид. Понял. А почему снизу что-то там нет плиточки? Это что? Это же дрейн. Что? Дрейн, ну откуда стекло? Нет, это ты говоришь про синенькую. Да. А я говорю внизу, вот там, в самом внизу. Ну, он еще доделает это. Не то есть это как бы до потом оставили, да? Ну вот же еще тут не доделали, он доделал, там даже еще сбоку не отставили, не доделали. Да. Ну что же, оно практически, да? Да, но оно очень симпатично смотрится, конечно. И кабинеты очень красивого цвета. Я думаю, что они более алые. Угу. Они такие благородные, когда на них свет не падает, и более темные. Давай мы отсюда поглядим. Ну, красивые, да, красивые, такие очень зазывающие. Угу. А вот тут у нас, значит, потихонечку мусор выносят, там подогнали здоровенный трак, ребята, и, значит, так вот, тут и тачка есть, видите, как напоминает знакомые всякие дела, вот, там, ух ты, господи, сколько тут всего-то, ага, вырубили, вот здесь вот кустарник вчера такой торчал, не поймешь чего, но это так, его не солидно вырубили, там надо еще корни выдирать, так. Вот тут все аккуратненько, ровненько. Приятно посмотреть. Вот добрый у нас. Добрый день. Здрасте. Вот. Такой здоровенный грузовичища. Так. И вот сюда все затаскивают. Да. Конечно, нам тут немножко расфигачили травку, но стройка есть стройка, не все сразу.